Добра, с вами добрый Данил, и мы начинаем наш цикл «Бесплатный маркетинг». Кейс номер один – бизнес с бабками. Поехали! Что это за кейс? Самый главный кейс бесплатный – автоматическое отслеживание аудитории в интернете, не нуждающейся в ваших услугах. Наверняка догадываетесь, то, что ваших клиентов реально дофига есть в интернете. Блин, как бы о них узнать, особенно если вы работаете по всей России, как бы отследить эту фишку. Выход есть. И это бесплатный сервис бабки.ру. Ссылку, конечно же, оставлю в описании для изучения. Что ж, давайте попробуем с вами вместе заполним эту форму. Зарегистрируемся, посмотрим, как работает этот кейс от начала до конца. Итак, название. Кейс. Сайт. Возьмем, конечно же, со своего сайта. Ключевые фразы. На данный момент мы рассмотрим ключевые фразы по созданию сайтов и по привлечению этих клиентов. Как составлять эти ключевые фразы для того, чтобы вы поняли и сделали себе прямо сейчас то же самое? Будут отслеживаться ключевые слова в упоминаниях, в сообщениях, в постах, в комментариях. В общем, любые вещи, где будут указаны ключевые слова, причем ищутся по достаточно большому количеству сервисов. Это и фрилансер, и ВКонтакт, и Твиттер, и Ютуб. Это сильно. Это очень сильно, поэтому можете продумывать как можно больше своих слов. Что самое интересное по этому сайту, он дает в день 3000 бесплатных запросов. Вдумайтесь, 3000 потенциальных клиентов в день бесплатно. Это сильно. Я думаю, что мы ограничимся 5 словами, которые сейчас по семантическим запросам мы составим. Я думаю, будем искать тех людей, кто ищет сайт. Где заказать сайт, где купить сайт, сколько стоит сайт. И я думаю, хватит нам таких запросов. Минус слова, ну как и в Яндекс.Директе, так и в принципе в любых системах, нам необходимо отсеять тех людей, которые нам потенциально неинтересны. Конечно, здесь, наверное, как и в Яндекс.Директе, надо вписывать 3000 символов минусовиков, но мы ограничимся прямо вот, которые у нас любимые и ненавистные всеми нами маркетологами. Это бесплатно, даром, на халяву. Я думаю, хватит. Создаем компанию. Причем прямо сейчас на ваших глазах, на самом деле, сервис настолько быстро и оперативно работает, что он по Шурику все посчитает и нам это дело покажет. Потом впоследствии мы будем это обновлять каждый день. Итак, смотрим. Итак, он нашел на ВКонтакте, понятно, на спамчик нас натолкнул, но это ничего страшного. Купил сайт Киберфорум, проблемы с позицией сайта, отлично, то есть это потенциальный клиент нам на SEO-продвижение. Браслеты с шармами, сколько стоит браслет, ага, как заказать белорусский сайт, о, монастырского чая. Ну что ж, смотрите, всего 4 сообщения он нам выдал и 2 потенциальных заказа на SEO-оптимизацию и на заказ сайта. С вами был добрый Данил. Как можно больше вам продаж, успехов во всех начинаниях. А я буду готовить для вас кейсы. Кстати, если есть идеи для съемки видео именно у вас, пишите в личку, в комменты. Буду рад сделать для вас видео. Спасибо, пока!